В Орске проходит аукцион по поиску подрядчика, который будет убирать и содержать бульвар Сорокина в Октябрьском районе. За эти работы исполнителю готовы заплатить 370 тысяч рублей. Сроки оказания услуг делятся на три периода – весенние, летние и осенние месяцы. В перечень этих услуг входит посадка цветников и уход за ними, санитарное содержание бульвара, содержание деревьев, газонов, скамеек и урн, ручная уборка мусора и прочее. 26 февраля узнаем, кто займется этими работами в 2024 году.